твоем возрасте я жил так, будто каждый миг последний. В бою, когда адреналин ударяет в голову, кипят и кровь, и страсти. Во время La Revolution любовь мало чем отличалась от поля боя, пропитанная кровью и ромом. Я ранил сердца бесчисленных женщин, которые в те дни хотели от меня большего, чем я мог им дать. Мигелина, милая Мигелина, против ее сердца я совершил военное преступление. Она была у меня первой, и, услышав ее «люблю», я сбежал, струсил. Сегодня, вспоминая, сколько горя причинил, я понимаю, что нужно попросить прощения. Пожалуйста, отнеси ей это письмо. Боюсь, хрупкий разум Мигелины все еще воюет с Габриэлем Кастильо и, возможно, со мной. Я хотел встретиться, но к ее раненому сердцу теперь не подобраться. Может, мое письмо хоть что-то изменит. Он чудовище. Твоя доброта — солнце на закате моей жизни. Твоя кошка голодна? Береги себя. Не подходи, Лоренцо! У меня тут повсюду ловушки! Прочь с моей земли, убийца! Пока жива, я буду драться! Ранил меня прямо в сердце! Как твои люди? Людям Кастильо на моей земле не место! Вернись! Я от Лоренцо! Ранил меня? Будет страдать! Кто? Приятельница Лоренцо. Ты что, его дочь? Что? Нет. Слушай, тебе от него письмо. Письмо? Что же ты не сказала сразу? Сказала. Трижды. Лоренцо извиняется? Передо мной? Мое сердце. Оно снова бьется. Я будто парю на крыльях бабочек. Класс. Тогда я пойду. Шш, я читаю. Лоренцо, я отнесла твое письмо Мигелине.
Почему ты не предупредил меня о ловушке? Диос мио, как она? Я в норме. Спасибо, что спросил. Мигелина тоже. Как и все легенды, она попала в ловушку прошлого. Надеюсь, мои извинения укажут ей путь к миру в душе. Возвращайся, Дани. Хочу попросить тебя еще об одной услуге. Окей, Лоренцо. Не знаю, что там пишут в учебниках, но во время нашей революсион пролилось много крови. Множество погибших и множество прекрасных женщин, оставшихся без мужей и мечтающих ощутить хоть что-то, кроме горя и отчаяния. Да, я ответственен за появление на свет бесчисленных детей Победы. Но я не стал им отцом. Вместо того, чтобы поступать по совести, я сбегал в объятия следующей женщины. Десятилетиями сотни матерей писали мне. Присылали фотографии детей. Но я не признавал их. Я прятался в горах. Но нельзя прятаться вечно. Чувство вины за то, что я не стал им хорошим отцом, непереносимо. Мне стыдно показываться им на глаза. И если честно, я побаиваюсь их реакции. Поэтому я написал письма. Пока что только несколько. Прошу, доставь их адресатам. Я отправлю тебе фотографии своих детей. Те, что присылали мне. Я в тебя верю. Ты сможешь их найти. Грасиас, Дани. Пусть ветер защищает тебя, пока ты исцеляешь разбитые сердца. Дани! Что такое, Лоренцо? Мне тут помогли отправить тебе фотографии моих детей. На твой телефон. Использую мой телефон. Ага. Есть. Технологии творят чудеса. Когда я был молод, сделав фотографию, нужно было проявить негатив, а потом напечатать ее. Это могло занять неделю. Разве можно представить себе такое в наше время? Знаю. Мне пора. А ваши телефоны? Почему их вообще так называют? Это же ручные компьютеры. Если бы у кого-то в 67-м был такой, этот человек управлял бы миром. Только другой. Да, это просто безумие. Слушай, я тут убиваю ягуара. Дани, готов поспорить, что через 50 лет вы сможете убивать ягуаров с помощью своих ручных компьютеров. Увы, я не доживу. Могу лишь представить себе, как это будет. Такова жизнь. Удачи. Я призрак. Я обречен вечно бродить по этому кладбищу. Я погиб в бою. Теперь я обречен навеки оставаться на этом кладбище. Я призрак. Я
Да, ясно, ты призрак. Я не собираюсь тащить тебя в армию, так что завязывай. У меня письмо от твоего папа, Лоренцо Консеко. А? Он всегда отрицал, что я его сын. Просто он боялся, поэтому спрятался в горах. Ничего не напоминает Филиппа? Или картинку нарисовать? Я тебя не понимаю, я не боюсь ничего, я ведь призрак. Ринго, я пошла. Почему-то подозреваю, что орущий мужик один из сыновей Лоренцо. Помогите! Ты Тиаго? Помогите мне! Что случилось? Да, это я! Помоги! Освободи меня! Развяжите меня! Por favor! На помощь! Сюда! Эй! Дверь заперта изнутри! Как я к тебе попаду, Инга? Я же не колдунья. С другой стороны есть окно. Попробуй открыть замок оттуда. Развяжи! Ну же! У меня для тебя письмо, Тиаго. Оно от Лоренцо Консеко. Не папа. Это он виноват в том, что со мной случилось. Я унаследовал от него предрасположенность к полигамии. Может, я и хотел бы быть верен одной, но не могу! Не могу! Стоит женщине слишком сблизиться со мной или сказать, что она любит меня, и я бегу к другой, потом к третьей, и так до бесконечности. Это проклятие моего отца. Я не могу остановиться. По-моему, дело в том, что ты сам немного мудак. Диос мио. Никого. Может, стоит поискать в мастерской? Что-то грядет. Ты тоже это чувствуешь? Мы все ближе. Я все время что-то искала, словно крыса. Тебя ведет гнев. Но я хочу... Свободы, веры. Их жадность, безнравственность и порочность больше не причинят нам. Иначе от них не избавиться. Наверное, это их замешательство. Какой путь выбрать? Кому верить? Кому помочь? Привет! Риэль? Видите, они пришли за мной. Пришли разлучить меня с вами и разрушить все, что мы создали. Мы знали, что этот день придет. Мы готовы. Вперед! У меня для тебя письмо. Оно от Лоренцо Консеко. Твоего настоящего отца. Несмотря на все, что ты совершила, тебя еще можно спасти. Ты здесь не случайно. Спасибо за письмо.
Пожалуйста. Ты все еще не понимаешь, не осознаешь, что ты делаешь, верно? Только ты можешь себе помочь. Только ты. Ладно, я пойду. Вы тупые повстанцы! Рушите Фраису Кастильо! Это дом с одной из фоток Лоренцо. Тот, где повсюду пальмы. Может, кто-то из этих людей скажет, где Хуан? Я ищу Хуана. Это что за тварь? Он не хочет никого видеть. Да и толку с... Viva Libertad! Хуан здесь? Заперся в своей хижине для возлияний. Красивый зверь. Хуан, здесь? Эй, Хуан, у тебя все в норме? Си, мои поля затопили. Все пропало. Жена ушла. Мне незачем жить. Это самое, тебе письмо от отца, Лоренцо Консеко. Ну, конечно. Теперь этот урод решил выйти на связь. Если ему нужны деньги, у меня их нет. С тобой такое бывало? Работаешь над чем-то всю жизнь, а потом это разрушают. Не живи долго. Все друзья умирают. Вокруг никого. Остается только сидеть и вспоминать все свои ошибки. Все до единой. Я хочу просто пить ром, пока есть силы. И плак. А потом умер. Но зато мне написали письмо. Черт, это... Я пойду. А тебе явно нужна помощь, Ассера. Помощь? Зачем? У меня есть письмо от Лоренцо. Так ведь? Да? Черт. Взять врага! Это дом с сараем с фотки Лоренцо. Назад!
Пола. Тебе письмо от Лоренцо Консеко. Он твой отец. И ему стыдно, кажется. От кого? Он годами отрицал свое отцовство. А теперь извиняется. Моя душа, мозг и сердце наполнены любовью к отцу. Но также недоумением, обидой, отвращением. Этот взрыв эмоций подарил мне вдохновение. Использую его в новых работах. Может, так будет меньше проблем. Может, собака мне поможет? Ола, собачка. Не знаешь, где Марисела? Умница, Перито. Ты же ведешь меня к Мариселе? Марисела? Да. Послушай, нам не нужны проблемы. Мы сейчас немного заняты, прости. Этот конверт для меня? Марисела, у меня для тебя письмо. Оно от Лоренцо Консеко. Наверняка признал, наконец, что я его дочь. Стоп, Лоренцо и твой отец? О, нет. Мы что же, родня? Меня сейчас вырвет. Нам нужно побыть наедине. Окей. Я... Тогда пойду. Это крутое граффити с одной из фоток Лоренцо. Может, граффити как след приведут меня к художнику?
Buen día. ¿Qué hay? Тебе письмо от Лоренцо Консеко. Я знала, что когда-нибудь он выйдет на связь. Что, уже умирает? Нет. Ну, мне так показалось. С другой стороны, все мы в каком-то смысле умираем. Так ведь? Ага. Читай на здоровье. Кахоне, с твоей кошкой все нормально? Аси, здание. Может, теперь кто-то из моих детей со мной помирится. Или хотя бы поймет, почему я не смог стать для них хорошим отцом. Кто-то поймет, кто-то нет. Их право. Неважно, когда они примут мои извинения. Сейчас или когда меня уже не станет. Куда важнее, чтобы они поняли, что я сожалею о том, что причинил им столько боли. Так... мы закончили, Лоренцо? Я переспал с тысячами женщин и стал отцом сотен детей. Мы только начали, Дани. А я думаю, мы закончили. Я умаялась доставлять все эти письма. И у меня есть другие дела. Понимаю. Когда мы встретились, я был глупцом, витающим в облаках. Но ты направила меня на путь истинный. Угу. Ты помогла мне расплатиться за ошибки прошлого и загладить свою вину. Класс. Мне пора. Ты помогла моей душе обновиться. Напомнила мне, кем я был. И за это я отплачу тебе советом. Меня не слышно, что ли? Я мужчина, который использовал женщин. Я разжег огонь революции, но не смог принять революционные мысли. Это все пережитки прошлого. Уничтожь патриархат, Дани. Я тебя поняла, Лоренцо. Грасиас, Дани.